Ну вот, добрались до Копей Адоя Дальнего. За сколько добрались? Так, сейчас 10 минут 8, а мы без 25, за 35 минут. Ну красота какая. Ну, дорога на самом деле не очень плохая оказалась. А пешком 3 часа? Укатанная, да, пешком 3 часа. Отсюда километров 2,5. Поехали. Ну вот, те же и Коп-щель. Вау! Блин, ямка. Ничего, она тут превратилась уже достаточно мощную траншею. Вот. И если бы мы еще на месяц задержались, эти камни были бы наши. Да. Что делается? Вот надо ее чистить. На. На. Ладно, будем чистить. Он спутник наш вечный. Несется. Олень. Ты меня очисти, мой зенорыш. Я его как дров накидаю. Ты мне покажи, где он. Покажу. Вижу, работает, нет. А? Да не вижу. Фу. Да. Наши пакеты до сих пор лежат. Вот я укрупняю, пакет не вижу, тебя не вижу. А, во, лицо вижу, так. Пакет бросил. Может быть, снежком припорошило, так там не замерзло? Ну, похоже, что не очень замерзло. Да? Можно пробовать крылкой, но подолбить. Сейчас я расчищу полностью здесь, пойду там расчищать. О, берильчик. Ну, не берильчик, а это зелень берилим. Да. Ну ладно, расчищай. Потом, наверное, сходишь за инструментом в машину, сын. А? За инструментом, может, в машину сходишь. Так я пока расчищаю, не знаю. Давай посмотрим, может, это. Не, я буду дрова готовить, тут много надо. Они под снегом, трудно. Ладно, давай. Готов. Чисти. Поищем. Мини-пожог над занором. Плохо кадр взял, здесь не видно нифига вообще. Только чтобы посмотреть занор остатки. Застыло все. Ты не весь мизин творил? Нет, конечно. Нет, два стакана. Там эти. Шо? Классно на улице. Замечательно. А где он? Вот. А, вижу. Вот ничего нет, да? Начинай копать. Чудеса. Копать, а там огонь появляется. Копаю. Класс. Чем быстрее копаешь, тем больше огня. Трет землю, она нагревается. Смотрите, она вот прогорела почти. Я начинаю копать палочкой, только палочкой. Класс. Что-то хоть отогрело у тебя там? А? Что-то отогрело хоть? Ну так вот, вон она, ручеёк-то. Ну. Она в ручеёк